Смотришь назад, нам вообще ворота хочешь? Нет, вот. А есть? А кто есть этой девочке вышли по воротам? Ого, ого, не хочу. Не, девочки, вот девочки, кто хочет? Хочешь по воротам? Она маленькая, не надо. Снимайте обувь. Сколько лет? Иди, спроси, сколько лет? Обоим. Сколько лет? 12. 12, 10 лет большая разница. Шексонар, ну что, вот она будет ворота. А потом шепчем дают. Она будет, она, вот она. 10 лет маленькая. Она послушает, она победила. Не надо, носки сюда. Давай. Так, содержи. Деточки, идите сюда. Вот туда положим. Вот так. Положим полотенце вот так вот. Его вниз. И вот так вот. Правая рука всегда будет под рукой сеть снизу. Под рукой твоей руки. Понятно, да? Правая рука снизу. И будешь забрасывать его, вот так вот. Слушай, понятно, да? Так. Повернулись, вот, короче, держим. Вот так вот. Вот так вот. Идите в центр, в середину. Слушайте судью. Не отпускаем. Будет? Всегда держим. Девочка, отошли тоже. Алина! Алина! Два балла борту с синим поясом. Отсюда будет. Можно вот так вот. Да, это у тебя сверху. Алина, сиди! Алина! Алина! Тихонечко! Алина! Алина! На себя и под ножку! Под ножку! Все правильно! Алина! 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 Делай подножку! Алина! Алина! Алина, делай подножку, наваливай! Алина! 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 Еще один балл борту с синим поясом. Чистая победа! Подошли сюда, девочки! Спасибо вам большое! Вот вам призы! Друг друга поздравьте, пожалуйста! Приходите в следующий год еще раз! Тренируйтесь! Эй, поборь! Все призы разыграны! О, салям алейкум! Халянчик! Якши! Якши! Стараюсь для вас. Чай будете пить? Закончилось. Надо было в следующий год пораньше приходите. Приходите пораньше, к 11 часам. На следующий год будет точно такой же турнир. Готовьтесь. И будет обязательно борьба. Если в другом месяце, я пойду в том-то. А сейчас поскольку. Если у вас есть желание вообще бороться, вот, значит, 14 сентября в парке Фили будет точно такое же мероприятие культурное. Нет, приходите бороться. Пожалуйста. Какой есть? Могу меня подвигать ко мне. Восемь. Нет.
И бежать. Да, это голосом был. В 14 сентября. Это не было. А кто проводит? Не нас. Можно не снимать. В парке Филипп будет. Да, пойдем, Келябинск, конечно. Все, до 8. А танцы видел, писал? Я ему написал смс-ку, приезжай, что-то он не пришел. Да. Я его звал, татарский этот самый, татарский центр звал его, он не пришел. Ну, наверное, ему помогли уже найти этот видео-то. Нет, приходи сюда. А, сюда. Диджей. Риф Хизматолов. Там, короче, телек отдаю. На ковер вызывается Зиятдинов Рифат. Да на коня на горес. Зиятдинов Рифат. Да на коня на гонец. Аганес. Полотенце вот так вот. Вот так вот лучше, вот сюда вот. Вот так. И оно у тебя не будет. Прямо наверх возьми. Спокойно взялись. За захват не боремся, дали друг другу захват и слушаем спокойно. Свисток судьи. Только по свистку борьба. Борьба! За 2 секунды чистую победу одержал Зиятдинов Рифат. И занял второе место. Да на коня на Ганес занял третье место. Айсин Ильдар занял первое место. Весовая категория до 85 килограммов. Ибрагимов сейчас борется с этим. Зиятдинов вычеркнул. Чему вычеркнул? Пенсионер, блин, крошки. Да он не имел права пенсионера, блин, крошки. Ему 31 год. Потом. Ему 31 год, ну, оказывается. Пенсионерга ойрым буля-була. Так, называется Саберов Ибрагимов. На ковер вызывается борцы весовой категории до 85 килограммов. Сабиров Камиль. Ибрагимов Рафаэль. Спокойно взялись. Борьба! 41. Теперь бороться! Ребята, поддерживаем своих земляков! На ковре оба опытных борца! Ибрагимов 10-кратный чемпион Сабантуев, объясняй. 10-кратный. Борец Ибрагимов, 10-кратный чемпион Сабантуя. Мастер спорта. Московского Сабантуя. Бороться! Судьи, оцените активность борцов. Оба борца получают замечание.
Оцените действия борцов. Боковой судья. 2 балла. 2 балла борцу с синим кушаком. Стали. Мастер чисто. Счет 2-0. Счет 2-0. Прошло 1.5 минуты. Так же спокойно взяли. Без слеза никакого движения. Без слеза нету. Борьба! Какое мыло, да? Защита слабо. Оцените, дети, во что? Чистая победа. Борец с синим кушаком одержал чистую победу решением бокового и главного судьи. Поприветствовали друг друга. Еще раз. Борец Ибрагимов занял 1-е место. Сабиров занял 2-е место. Якупов Владимир занял 3-е место. Так, кто хочет... Переходим в абсолютную весовую категорию. Все, кто хочет подойти и дополнительно записаться в абсолютно весовой категории, подходим, записываемся. Время до окончания записи 10 минут. Даем 10 минут. Этого не надо, он зеленый совсем. Тенаги булгаш, не сломаю его. Пусть запишет. Заявление запишет. Травма не отвечаем мы. Обязательно размыляйся. Разогреть в честь не до 85 килограммов. Олимпийская система, проигравший убывает. Крыто вот так вот. Понял? Перекрыто. Чтобы я вот так вот тянул и не вырвал. Все. Майдана. Штрафуем. Деньги мне. Спокойно, спокойно. Они же поезд тренинг, они же. Оба парня вышли бороться по-серьезному, по-настоящему, и никто не хочет уступать друг другу. Притом земляки. Опа! Оцените действия борцов. 2 балла борцу с синим кушаком. Взяли спокойно. Так же взяли спокойно. Стоим на том месте. Стоим на том месте. Счет 2-0. Прошло 2 минуты времени. Борьба! Один балл. Оцените действия борцов. 1 балл. 1 балл борцу с красным кушаком. 2-1. Спокойно взяли, спокойно. Без свистка не делаем движение. Борьба. Бороться. Подними наверх. Есть. Чистая победа. Борец с красным кушаком одержал чистую победу за 3 минуты 55 секунд. Внимательно слушайте судью. Без его свистка борьбу не начинать. Чистый! Оцените действия борцов. Чистая победа. Шорников Алексей одержал чистую победу за 2 секунды. Не получится. Борец с красным полотенцем Нигматуллин Марат. Борец с синим полотенцем Ибрагимов Рафаэль. Поприветствовали друг друга борцы. Внимательно слушаем судью на ковре.
Без его свистка борьба не начинается. Оцените действия борцов. Да. За 12 секунд чистую победу одержал Ибрагимов. Молодец. На ковер приглашается следующая пара борцов. Мусин Габдрахманов. Татарский народ Москвы знает этих борцов не понаслышке. Они принимают участие в каждом Сабантуе. Борец Мусин, один из самых молодых и перспективных борцов России, является призером и чемпионом России по татарской национальной борьбе, членом сборной России. Бороться! Как вы понимаете, борец с синим кушаком тоже не новичок и известный батыр московских и региональных сабантуев. Спокойно взяться, дай. Ребята, подходим к центру ковра и в центре ковра друг другу дали захват. Борьба! Понятно, что это основные претенденты на суперприз Сабантуя, поэтому каждое движение имеет принципиально важное значение. Любая ошибка может стать решающей. Кто из ребят сможет претендовать на абсолютный приз или нет? Но кроме абсолютного приза, немаловажным значением для борцов имеет и внимание. Внимание зрителей, родных, близких, ну а для ребят, наверное, молодых, внимание девушек. Время остановили. Замечание! Распуск! За распуск захвата борец с красным кушаком получает замечание. Всех борцов сразу предупреждаю. Распуск захвата ведет к травме. Поэтому мы очень жестко отслеживаем за тем, чтобы борцы не распускали захват. Оцените действия борцов. Чистая победа. Борец с синим кушаком одержал чистую победу за 2 минуты 53 секунды. Поприветствовали друг друга. На ковер вызывается борцы Сабиров с красным кушаком, Мифтихетдинов с синим кушаком. Ребята, прошу заранее готовиться. Не уходить далеко от Майдана. Все идет очень и очень скоротечно. Все. Ребята, в центре ковра захват. Слушаем внимательно свисток судьи. Пока он не отпустит и не даст свисток, борьбы не начинаем. Ринат, давай, династии не теряй. Баба Игне. Ринат. Кона! Есть!
Красный пассив? Татарская национальная борьба зародилась во глубине веков и являлась подготовительной частью молодых ребят для службы, для защиты своего отечества. Борец с красным кушаком получает предупреждение. Предупреждение. Ребята, я вас очень попрошу быть поактивнее. Оценка. Судья на ковре. Чистая победа. Борец с синим кушаком одержал чистую победу.